Ну все, завтра гайки затяну, руль ровно. Ну что, орел, орел, лыжи выставил ровно. Еще подрегулировать чуток. Что, коняка? Нормально. Мороз больше. Злат, не терроризируй там никого, ничего. Молодец. Смотри ко мне. Ко мне подойди. Что ты, пришелец? Завтра гайки подтяну. Будет нормалек. Да. Вот. Да. Так, пойду наводить кашу. Что? Колчан, дай голос. Голос дай. Дай голос. Голос. Мало его. Вот эту голосину. На лося в среду навигатор будет готов. Сейчас пойду наводить. Больше у меня замерз тут. Почти. Разведка. Что вы тут все собрались? Ну-ка. Идите гулять. Чу. Чу. Чу, бригада, ух. Сейчас я выйду. Такие взрослеют. И уже. Вон он, Рик. Вот они все. Один якут. Что такое? Кушать. Кушать. Стынет чуть. Лосятинка. Лосятинка. Волчан. Что такое? Ух ты. Якут. Голову даже поворачивает. Сейчас чуть подостынет. Да? Запахи идут. Волчан! Волчан! Даже не думай! Ну-ка, забрал и ушел отсюда! Понимаешь? Сейчас остынет. Чего ты, Рик? Рик! Вот садится. Классный кобель. А ты пока теленок. Да. Рос. Что ж я маленьким не сдох, да? Ох, что ж я маленький не сдох. Накатал я вам вокруг этой бани. Сейчас. Рик. Рика. Рика. Он летит. Райда. Райда, а кто вторая, не помню какая. Запомнил Райда. Райна. И Райда.
какие-то не иностранцы. О, якут пришел. Якудза. Заходи. Злат. Злат, иди. Бел. Бел. Белкуня. Иди. Вон они мясо едят. Ты чего там подходишь к ним и рычишь? А? Ушла. Ушла на место. Лосятинку фигачит. Куски мяса идут прям на ура. И каша идет с молочком. Ладно, до среды доживем как-нибудь. Пока дошла до матери, все съела до своей. Подмести у вас там лопата осилит, нет? Прибрать у вас кокулямбы ваши. Кокулямбы все в шерсти. Нализывай, нализывай. Куда ты потащила? Не давитесь, не спешите. Вот там кобель за будкой фигачит, хомячит. Так, съел, вернулся, съел, вернулся. Ну что, Ярта, ты будешь жить у меня до 15 января, ты в курсе? Будем рейтинг поднимать. О, кашка тоже идет, мясо съели. 4 кусочка положил. И поднимать уже надо, лапищи здоровые, крупные. Костяк, конечно, совсем другой, такие мощные. Он посветлеет, он так немножко в рожету идет. Но это он будет палевый, мне кажется. Там фиг его знает, как они. Так, я этих закрыл. Волчан. Волчан, иди. Давайте я вас закрою, Волчан. Каюр, ты куда? Волчан, иди на место. Иди. Чеза. Чеза, иди на место. Чеза. Чеза, иди на место. Чеза. Поешь потом сало. Чеза, иди. Или вы хотите погулять? Ладно, я вас троих, этих двух оставлю. Иди, ладно. Бог с ним. Иди. Каюр, он твою косточку забрал. Нет, Злат, вы сидите с щенками. У нас в баню. Сварил, остыло. Он покормил. Все, кашу. По чуть он якут. Уже по чуть-чуть идет, вычищает. Голод не тетка. И кашу. А то вы совсем оборзели. На одном месте сидите. С меня веревки бьете. Машину заберу. Будет легче. Выгребает, как это. Вот минздрует. Но очень сильно. Шерстка, видите, уже идет, а здесь снаружи. Ну что это такое, блядь? Что это? Это что такое? 12К тебе прописать? Ко мне иди сюда. Ко мне иди сюда. Что это такое было сейчас? Бестолочь. Забываешься? Лапа поджимает. Транзитом пожила 4 года почти. Хорош. Ее точно, как хотите, но я ее уберу со стаи. Это под вопросом. Этого еще буду с ним заниматься. А это пусть кому-нибудь в загоны охоты и так ходить для души, жопу целовать.
пусть берут. Волчан, ты суетишься. Да? А нифига у тебя отрыжка. Приятного аппетита. Чё сожрал? А? У вас игрушки там, миски. Влад. Волчан, чё ты ко мне под руку лезешь? Ну вот, одна сучонка останется. Может быть, и пока за этим приедут, вдвоем будет не скучно. А там прививки пойду делать Ярте. И Волчану надо делать. Чиповать пока его не буду. Чёркаю. Этот. А этот потом посмотрю, если приму решение, если он останется. Как вы будете с ним вести с собой? Ты вроде лояльный пес, а вот взял уху ему расфигачил, а? Ну что, наелись? Пузы, карапузы. Что? Нет, шакаль, нет, закрой я их, Ваня. Иди на место. Давай на место. Каюр, место. Каюр, место. Чеза, Чеза. Чеза, место. Чеза, место. Глаза красные, крови налились. Иди, иди на место. Охотница. Поедешь. Посмотрю, как вы в загоне будете сейчас. В среду. Одним днем. Искать вас ездить, конечно, не очень далеко, но все равно 40 километров. Тудой-сюдой. Пошуровала и хватит. Жирок пособирала. И будя. Перекусили? Ну все, большие пусть ждут дальше. Кормлю я больших, многие спрашивают, один раз в день. Стараюсь на ночь. Они на этих вот лесных вкусняшках немножко не доедают кашу. Хорошо ест волчан. Злата так себе белка. Они больше оставляют щенкам из своей тари, потому что они к ним дотягиваются. И такая вот система происходит. Ну ладно, все. Пойду я тоже. Хоть позавтракаю. Время уже обеда, я завтракать собираюсь.